Сегодня буду дорезать шкатулку. Осталась у меня боковушка и задняя часть. Несложная кудринка, поэтому комментировать здесь особо нечего. Подрезка с двух сторон, примерно под 45 градусов по всему контуру рисунка. И вот эти пустые места тоже вырезаются. Теперь под 45 градусов в обратную сторону, чтобы резы соединились и объем выделился. Здесь уже нужно будет поглубже и также прорезать с этой стороны еще глубже. Потом после контура я убираю вот такие пустые места внутри рисунка, которые создаются между лепестками. Здесь их оказалось немного. Все, а дальше линии, разделяющие эти лепестки. Все, под 45 градусов заглубляя миллиметра на 3. Все, режем по контуру каждого лепестка. И соединяем.
Где кажется, что выделился не очень сильно, поглубже прорезаем. Еще раз пройтись, так я не очень ровно получилось подчистить. Повторяю все то же самое на второй стороне. Все это уже видели. Все контуры выделены. Теперь желательно закруглить весь орнамент, пройти по вот этой грани, снять фаску. Тогда получится линии не такие грубые, более плавным переходом. Выделяю прожилки листочков. Здесь еще небольшой орнамент прорезаю по длинному этому лепестку. Подрезаю полукруглый стамеской.
Все дорезаю заднюю часть, все то же самое. Сначала по контуру внутрь. Теперь по контуру наружу. Уже здесь обвожу рисунок.